Всем доброго времени суток. Сегодня у меня распаковка с AliExpress Pandao с Joom. Вот. Я уже открыла две посылочки, но это не мои. Это заказывала свекровь. Пакет был не в пупырку. Это она заказывала сетку для головы. Вот. Похоже, знаете, на что? Похоже на чулок. Такой капроновый. Но долго задерживаться не будем, это не мое. Так, следующее она заказывала. Также я распаковала. Смотрела, она заказывала вот такие вот розочки для рукоделия. Даже мне интересно, в голову красиво будет воткнуть прическу. Тоже долго задерживаться не будем, это не наше. Следующее мы распаковали. Вот эту тоже открыла уже. Посмотрела. Вот. В этой посылке у меня браслеты. Пакет в пупырку был. Браслеты с Joom. Я заказывала два одинаковых браслета. Вот, посмотрите, какие красивые. Это я заказывала два одинаковых. Почему дочери себе? Вот они на резиночке. Хорошо, вот сейчас один одену, попробую. Вот. Я думала, конечно, что он не на резинке. Я думала, что вот тут вот где-то расстегивается, чтобы он шамбала вот такие вот бусинки насадить. Второй браслет заказывала дочери. Такой же. Еще один браслет заказывала. Также думала себе. Но, наверное, пойдет дочери, потому что он на маленькую ручку. Вот, посмотрите. Даже если примерить вот на мою руку. Примерить. Нет, хотя вот смотрите, хотя нормально. Или себе оставлю, или дочери его отдам. Посмотрим. Вот. Так, давайте следующее смотреть. Это я буду здесь сложить. Давайте следующее смотреть. Следующее у нас уже видно, что это Joom тоже. Вот. Следующий. Уже чувствуется пакет не в пупырку здесь. Вот, смотрите. Следующий получается, как обычно, заказывала у одного продавца и, наверное, у него два магазина. Вот так вот склеены две посылочки. И сейчас посмотрим, что в них. Ой, извиняюсь. Пакет не в пупырку. И здесь еще один браслет. Также я его заказывала дочери. Сейчас лето. Хорошо, к лету пришли, успели. Мне кажется, то ли погнулся. А, нет, не погнулся. Вот, посмотрите. Вот такую сову заказывала дочери. Яркий вот такой браслетик. Как он застегивается? Наверное, скорее всего. Вот. Вот так, вот. Так. Следующий смотрим. Следующий смотрим. Пакет в пупырку. Все. Так, и здесь у нас еще один браслет. Вот. И здесь у нас еще один браслет. Ой, подождите, никак не достану его. А, вот с этой стороны. Вот. Интересно. Так, вот. Следующий вот такой вот браслетик. Заказывал мне вот этот камушек, понравился. Так. Вот. Здесь получается ремешок типа кожи зам. Вроде бы все стразинки на месте. Ну да, вот так вот он будет смотреться на руке. Вот так он будет смотреться на руке. Так, долго не будем тоже останавливаться. Давайте смотреть дальше. Дальше. Вот такая вот маленькая посылочка. Пакет уже чувствуется в пупырку. И здесь... Все, больше ничего нету.
И здесь я заказывала вот такую насадку кондитерскую для тортов. Как она вовремя пришла, у меня скоро день рождения, я буду себе тортик делать. Посмотрите, вот большая причем. Я заказывала несколько штук. Должны несколько штук прийти. Это я заказывала с Пандау. Давайте вот так положим, чтобы видно было. Вот. Дальше. Дальше по ощупу тоже, мне кажется, насадка кондитерская. Заказывала я их, эти насадки, когда были 40% скидка на Пандау. Причем очень быстро, кстати, дошли. Да, это вот еще одна такая насадка кондитерская. Вот, это уже совсем вот другая. Это какая-то рифленая, это уже совсем другая. Так. Дальше, вот такая вот посылочка тоже небольшая. Пакет в пупырку. Здесь у нас опять насадка с вами. И опять эта же насадка заказывал тоже с Пандау. Тут уже вот такая вот насадочка. Так. Следующая посылочка. Тоже небольшая. По ощупу видно. Вот смотрите, наверное, кисточка. Или карандаш для страз восковой с Пандау заказывала. Вот. Точно. Пакет не в пупырку. Быстро пришел. Вот. Вот такой карандаш заказывала. На Пандау еще один должен быть. Но не знаю, сейчас или не сейчас в распаковке будет. Да. Вот посмотрите тоже. Тоже такой же карандаш. Так, давайте дальше. Дальше хочу... Сейчас. Просто у меня тут они вот так вот связаны были. На почте связали посылочки. Вот я достаю по одной. Вам показываю. Тут что-то такое мягкое. Да мне кажется, здесь вот набор губок. 10 штук меланированные губки. Я их постоянно заказываю. Вот. Ну да, считать не буду. Дальше открывать тоже не буду. Тут набор 10 меланированных губок. Дальше вот в этой посылке я уже догадываюсь, что у меня такая зеленая приходила раз. Заказывала это уже губки с Алиэкспресс. Заказывала вот это уже тоже с Алиэкспресс. Мне понравились топ. И закаленный топ я заказывала. Пакет не в пупырку, но продавец хорошо упаковывает вот такие вот. Сейчас вам покажу. Здесь уже должен быть, в тот раз я заказывала топ и закаленный топ, а здесь должен быть топ, закаленный топ и база. Сейчас я вам... Вот так вот продавец хорошо упаковывает. Вот это, наверное, скорее всего, база, потому что вот здесь вот ничего нету, не написано. Сейчас давайте посмотрим следующую. Или даже не знаю, как разобраться, что здесь. Нет, смотрите, база, вот она. Это база. И здесь тоже нету ничто. Вот как мне разобраться, где топ, а где закаленный топ? Только какие-то иероглифы вот. Ну да, вот такая вот фирма. Здесь вот ничего нету. Здесь также ничего нет. Мне очень понравилось. Давайте, в тот раз у меня была топ и закаленный топ. Мы смотрели консистенцию. Я хочу посмотреть базу. Жидкая она или нет? Ну, база не сильно жидкая и не густая. Средняя. Да, средняя такая. Кстати, пахнет ничем, так же, как и все базы. Так, еще должны мне прийти топ и закаленный топ я еще заказывала, или базу, точно не помню, вот этой же фирмы. Потому что мне очень понравилось, и я заказала. Да, кстати, вот они.
такая же посылочка. Заказывала вот эту вперед, заказывала, эту после заказывала. И вот это они пришли в один день. Все. Нет, вы представляете, я даже опять 3 заказывала. Нет, я 3 не заказывала, я точно помню. Я заказывала топ, закаленный топ и базу. На второй посылке я заказывала только топ и закаленный топ. Здесь вот база. Может, продавец отправил 2 раза один и тот же заказ. У меня было такое, что продавец отправил. Вот тут уже что-то, какая-то НТ написано. Вот. Ну, буду смотреть, разбираться. Вот. Вот. Здесь уже вот видно, что топ. Так, тоже останавливаться не буду. Вот так вот поставлю в другую кучку. Буду разбираться, потому что я заказывала только, еще раз повторюсь, топ, закаленный топ и базу. И топ, и закаленный топ. Базу я второй раз не заказывала. Так, и совсем чуть-чуть осталось у меня посылочек. Всего лишь 3 штучки. Вот, вот такая вот. Не помещается в кадр побольше. Сейчас откроем. Вот здесь я на ощупь уже щупала, что здесь заказывала Спандау. Шприц для колбасы. Да, все, больше ничего нету. Шприц для домашней колбасы я заказывала. Не через мясорубку делать, а вот через этот шприц. И тут получается вот сюда. Иголка откручивается. Да. Это вот откручивается. И вытаскивается вот так вот. Сюда получается ставится вот такая или такая диаметром. Давайте любую поставим, чтобы примерно показать, как это выглядит. Закручивается. Но это, конечно, надо тестить. Вот. Сюда накладывается фарш уже со специями. И получается вот эту вот фигнюшку туда докручиваем тоже. До конца. Вот, сюда накладывается фарш. Все это закручивается, закрывается, как говорится. И вот сюда надеваем оболочку. А здесь начинаем потихоньку вот так вот. Вот так вот крутить. И колбаса у нас получается, фарш уходит. Вот это вот все вот проходит сюда. И у нас оболочка начиняется. Так, долго тоже останавливаться не будем. Давайте дальше смотреть, что еще. Здесь что-то в коробочках. Ну, по ощупу я так думаю, что тут набор для кондитера. Тут должны быть, ну, я так думаю, может, ошибаюсь. Насадки для крема. Я заказывала набором. Вот, представляете, я угадала. Пакет пупырк, больше ничего нету. Я угадала. По 3 номеру я ничего не отслеживала. Я просто на ощупь пощупала, что там пришло. Кстати, быстро пришел тоже наборчик. Сейчас, конечно, он дороже. Я заказывала, когда были скидки на Пандау 40%. Вот такой вот, посмотрите, наборчик. Это скребочки такие, торт делать. Так, тут и получается, сейчас мы посмотрим, мешки кондитерские. Эти, да, кстати, их можно мыть, они не одноразовые, и этот не одноразовый. Вот. Не знаю, сколько штук здесь. Так, давайте дальше смотреть. Ну, положим обратно. Дальше. Вот этой вот штучки как раз мне не хватало, когда мыть насадки кондитерские. Вот прям рада, что этот заказ сделала. Потом у меня не было также вот таких ножничков. Сейчас, подождите, как-то. Как бы не сломать.
так, вот, да, вот. Это ножнички, чтобы делать, вот, вот такого гвоздика тоже у меня нет. На этом гвоздике делать розочки, допустим, вот так вот крем убрать и сажать на торт. Дальше. Это, я так поняла, прищепочки, чтобы мешки кондитерские, допустим, закрывать. 3 штучки. Это, само собой, такие переходники для мешочков. И чтобы сюда насадку вставлять, мешок и насадку, вот они откручиваются. 4 штучки такие в комплекте. Вот это вот, то, что вот это сбоку стоит, это перегородки вот в этот контейнер. Для чего вот эти перегородки? И это чтобы вот так вот хорошенько расставить вот насадки, вот так вот, чтобы было в каждом наставить. Давайте я вам покажу. Вот такие. Какие-то у меня уже есть, каких-то у меня еще нету насадок. Вот. Вот так вот. Ой, я не помню, сколько здесь штук должно быть. Считать также я сейчас не собираюсь, сколько тут штук должно быть. Сейчас я просто вам быстренько их покажу. Вот такая. Потом, конечно, я все это расставлю. У меня здесь будут только лежать одни насадки. Вот. Вот такие вот насадки.